Вот мы прибыли еще к одному месту, Ханский дворец. Сказал нам сельсовет, кто перелезал через этот большой забор. Вот. В общем-то, наказывался очень жестко. Отрезали ему большими ножницами яйца. Красивый кофейник. Салатик татарский. Даже, принесли. Слушайте, вы даже этот самый снимаете? Да, я целый видеорепортаж делал. Не, наверное, здорово. Вы по этой самой, по натуре, наверное, какой-нибудь там фотокорреспондент. Не, так просто, любитель. Сарай, первый мавзолей крымских ханов. Проходим мимо. Вот такое вот здесь ущелье. Сутречка, в принципе, очень даже прохладно. Очень прохладно. Посмотрим экскурсию дальше. Идем дальше по экскурсии к Бахчисарая. Впереди ожидает нас много всего интересного. Надеюсь. Крым – очень активная идеологическая платформа, и прежде Крым был дном моря. Последний раз море наступает на Крым 15 миллионов лет назад. Сильнейшие сейсмические процессы кидают по острову на дно моря. 3 миллиона лет держалось на море. Вот 12 миллионов лет назад поднятие сейсмики. Но морские отложения, которые образовались за 3 миллиона лет, здесь остались, в этом ущелье они прекрасно видны. Значит, мои дорогие, мы сейчас с вами будем посвящать пещерный Успенский монастырь, монастырь, действующий Московского патриархата, очень строгого устава. Поэтому там, ну, во-первых, в территории я буду делать несколько стояночек, все вам расскажу о монастыре. Но в самом монастыре экскурсии отойдите, пожалуйста. Идем теперь к Успенскому монастырю. Организованной группой. Какой преодолеваем крутой подъем. Ну, с одной стороны, хорошо. Мы заодно перерываемся. А номера-то украинские. Первая версия – это версия легендарная, вторая версия – это версия историческая. Думаю, все вы знаете такой печальный в свете последних событий город Мариуполь на Украине. Так вот он был основан жителями деревни Мариамполь, которые когда-то здесь населяли вот это подножие склона Чапуркаля. Старая легенда говорит о том, что здесь когда-то появился змей, который убивал людей. И вот пастух из этой деревни пошел в лес, увидел зарево, пришел утром и увидел, змей лежит бездыханный, а рядом образ Божьей Матери. Он взял эту икону и отнес топор, это властитель деревни. Икона переночевала одну ночь, но увидели на следующую ночь, она исчезла и вернулась на то место, где ее нашли. Поняли, что это Божье знамение, решили больше образ не трогать и на этом месте образовали монастырь. Так это говорит люди. Вот такие вот проходим здесь красивые места Успенской церкви. Вот. Можно будет на обратном пути набрать святой водички. Главное не потерять свою экскурсию. Так, кажется, мы потеряли свою группу. А, нет, вот они впереди. Ну, идем к ним. Так же растет здесь низил на заднем плане. Ну, очень даже неплохо. Красиво. Вот так вот мы проходим мимо можжевеловой рощи. Вот у нас с левой стороны такой приятный запах, успокаивает. Очень популярное такое дерево, из которого любят делать сувениры. Здесь мы проходим во время Великой Отечественной войны, так сказать, гробница погибшим партизанам. Так, идем дальше за своей группой. Города Чуфут-Кале.
это самый молодой и самый сохранившийся из пещерных городов, хотя городу около 1500 лет. Что говорит история? История говорит, что для того, чтобы спасти Херсон или Херсонес Таврический, а город тогда подчинялся 6 века Византийской империи. Немножко выше посмотрите, пожалуйста. Видите, такие вот в скале прямо два окошка. Чьи таких окошков три. Дальше мы их увидим. Я думаю, кто-то из вас знает. Опять хвостом. Кать, белочки, посмотри. Вон, видишь? Оп, прыг, 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 оп. Все, бежала. Какой здесь святой источник? Чистая горная вода. Попили вдоволь. Теперь направляемся в монастырь. Ну что? В монастырь. Но здесь фото- и видеосъемка запрещена. Нельзя, короче, фотографироваться на фоне икон. Маленькую трансляцию из Бахчисарая. Очень красиво сделано для Плинина. Это потрясающие виды открываются на величественные горы. Тут идет служба. Когда-то первые монахи, поселившиеся здесь, выдубили в скале храм, вот куда мы как раз сейчас и заходим. Также здесь есть и пещеры кельи, свои, тут разные жилища. Сейчас таких мечетей 5, из них 2 древние. Одну мы с вами видим в ханском дворце, другая с левой стороны называется Тахталы-Джами, переводится как «мечеть с деревянным полом». Примечательно то, что мечеть, построенная в 1707 году, была... Вот мы прибыли еще к одному месту, ханский дворец. Сейчас пройдем по внутреннему убранству, посмотрим. В принципе, все достаточно интересно. Фонтанчик есть. Ханский дворец – это ансамбль, который составляет несколько дворцовых корпусов. Гарем, точнее оставшаяся часть его, Соколиная башня, где по преданию держали в клетке соколов, обученных для охоты, Большая ханская мечеть, вот, сооруженную 1740 году. Можно прочитать, как правильно прочитать фонтан, где он подробно скажу после визита фонтана Сережа. Например, вот этот фонтан называется фонтаном жизни. Он считает собой старую татарскую пословицу, которая говорит: только у дурака жизнь может быть спокойной. Вот здесь, в этой беседке, экраны отдыхали после выступления поэта, музыканта, музыкантов, пока с балкона виноедов бьют Анджей. И вот подходим к фонтану слез, замечательное творение иранского мастера Амера, сумевшего воплотить в холодном камне глубокие человеческие чувства. На мраморной плите врезал он лепестки цветка, а в середине цветка высек глаз человеческий, чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечки. Еще вырезал Амер улитку, символ сомнения.
знал, что сомнения гложет душу хана. Зачем нужна была ему вся его жизнь, веселье и грусть? Любовь и ненависть, зло и добро. Вышли на улицу, тут такой дворик небольшой, как бы садик. Там что-то тоже рассказывают. Вот. Вода техническая. На самом деле пройдем в гарем хана. Так вот, зайдем в такую буфетную комнату хана. Вот здесь вот сохранились даже столики какие-то, типа камин для подогрева пищи. Пойдем дальше. Еще одна комната хана. Вот такая вот. Всякие восточные музыкальные инструменты здесь сохранились. Также гостиная комната для развлечений. Пойдемте дальше. Изображает мастер. Мастер в этом фонтане изображает ананас. Фонтан 17 века по-крымско-татарски называется Айнаны Чешме. Переводится как колыбельный фонтан. Чаще его называют детским. Он был кружом беседки, где можно было играть детей. Отсюда посмотрите. Типа ананас. Такую историю рассказал нам сельсовет, кто перелезал через этот большой забор. Вот, в общем-то, наказывался очень жестко. Отрезали ему большими ножницами яйца. И вот так вот считалось справедливо. Нехорошо. Но это ему, как говорится, в дальнейшем способствовало, чтобы он мог работать евнухом. Займемся действующей мечети. Вот. А в дальнейшем пойдем на кладбище. Хамское кладбище. Мы гуляем здесь. Мы гуляем по этой большой территории ханского дворца. Чего здесь только нету. Там какие-то художественные музеи, Соколиная башня, большая ханская мечеть. Вот, в общем-то, ну нам нужно сейчас в первую очередь найти какой-нибудь туалет. Все дело сделали, теперь возвращаемся. Покушать надо будет, зайти сейчас в кафешку. Да, скорее всего так. Вид классный открывается. Всякие сувенирчики. Можжевельником пахнет, да? Да? Так обычно никому простым людям не ездят. Я же говорю, наверное, аж сирену врубили. А может просто кто-то опаздывает на работу. Подвезти решили. Не, у нас больница не в той стороне. Больница в той стороне, да. Ну, Ваня, мы еще подойдем, тогда посмотрим потом. Зайдем сейчас в кафе. Здесь у нас магазин «Фонтан». Да, потом можно только перекусить, будет пирожками на ходу. Придется давиться, но питаться. В таком, посмотрим, в каком стиле здесь кафешка у нас. От Натальи надо говорить, да? Да. Нас примут сразу, да?
такой летний стиль, как бы, да, деревянные столики. Не, депутации нету. А куда? Сюда можно пройти? Сюда? Наверх, да? Направо. У нас не курят. У нас не курят и не пьют. Теперь можно направо. Ага, спасибо. О, здравствуйте. Здравствуйте, подсаживайтесь. Ага. Такс, такс, такс. Куда бы нам присесть? Конечно, знакомое место. Или там так мы здесь. Не, не здесь были. Или здесь мы и были. Флагман, да? Так, а что туда входит? Состав входит туда домашняя лапша, да? Да, домашняя лапша, и все это деревья. Мясо говядина, но также есть шурпа и мясо баранины. Так вот это поинтереснее будет, да? Да. Как бы на вкус товарищей нет, каждому свое. Ну давайте попробуем взять этот лагман. Вы один, да? Да, я один. И еще кофе есть у вас? Да. Ну, кофе. Кофе сразу или потом? Ну, можете сразу принести. Хорошо. Пусть будет. Все, вроде и хлеба там, пару кусочков. Лепешку можно? Ну, одну? Да. Давайте одну лепешку. Чай нет такого, чашку показать нельзя? Нет. Только чайник, да? Красивый кофейник. Салатик татарский, кофеек принесли. Слушайте, вы даже этот самый снимаете? Да, я целый видеорепортаж делал. Не, наверное, здорово, вы по этой самой, по натуре, наверное, какой-нибудь там фотокорреспондент. Не, так просто, любитель, видеоблогер. Несем наш маленький вердикт этому заведению, кафешке. В общем-то, вполне питательно и очень даже вкусно. Вот, понравился татарский салат. Девушка, которая обслуживала кафе Алия, в общем-то, рекомендую. Что касается Бахчисарая, то тоже очень исторический. Есть на что посмотреть. Только желательно как бы это сделать не спеша. Отправляемся в город Севастополь. Творческих людей. Так вот, в 1904 году в Севастополе военным инженером было построено круглое здание специально для живописного полотна.